«Мороз и солнце – день чудесный». К цитате великого классика можно уверенно добавить: спортивный праздник «Ангарск на лыжи» удался. Первыми на старт вышли самые маленькие спортсмены. Самому младшему – 3 года. Юным бегунам предстояло покорить дистанцию в 300 метров. Организаторы уверены, что настоящий успех, когда любовь к спорту прививают в столь раннем возрасте. Праздник семей, спортивных, здоровых, активных, потому что лыжи, которые сегодня пропагандируем мы так, это для Ангарска очень важный вид спорта. У нас, конечно же, есть базы прекрасные, и поэтому Ангарск, он всегда проводит массовые мероприятия и очень активно участвуют все семьи с маленькими ребятишками сегодня здесь, и возраст сегодня не ограничен. Ангарск всегда считался спортивным городом. Свою положительную роль играют школы Олимпийского резерва, которые повышают уровень любителей и готовят кандидатов в мастера спорта. В этом году стадион «Ангара» закрыт на ремонт, поэтому соревнования без ущерба для участников переместились в парк десятилетия Ангарска. На один день он превратился в лыжно-биатлонный комплекс. Лыжи не такой уж и легкий вид спорта, как кажется на первый взгляд. Здесь необходима выносливость, сноровка и умение владеть своим телом. Ангарчан не сдерживают от стремления к победе и почетный возраст. Самому старшему участнику забега 80 лет. Она преодолеет трассу в 5 километров. А вообще у нас сын Лыжня России бежал, Роман. Ну а мы вот с дочерью, с Катериной, к нему присоединились в этот раз первый раз. Мы любим кататься на лыжах, мы любим вообще зимние виды спорта. И каждые выходные мы здесь на лыжне. Многие пришли на старт целыми семьями. Спортивный праздник объединил более 1000 горожан. Из них на лыжи встали 345 человек. Нынешний забег превзошел цифры прошлогоднего старта почти вдвое. Самые маленькие лыжники заслужили сладкие подарки. Победители – призы и грамоты. А все вместе они получили заряд бодрости и хорошего настроения, которого хватит до самого конца зимы. Мария Константинова, Алексей Выборов. Местное время.